В Люберцах приступили к строительству детского сада на 170 мест. Его возводят в жилом комплексе «Облака-2». Фундамент готов, рабочие приступили к возведению стен. Ход строительства дошкольного учреждения проинспектировал глава округа Владимир Волков. В ближайшие несколько лет здесь, на северной стороне Люберец, по соседству с Некрасовкой, вырастет новый микрорайон. Кроме возведения жилых домов, застройщик позаботился о строительстве объектов социальной инфраструктуры. Здесь появится школа на 1500 мест и два детских сада. В детском саду на 170 мест предусмотрена одна ясельная группа, 6 для детей до 6 лет и подготовительная. В настоящее время на объекте строители монтируют вертикальные конструкции подземного этажа. Будет выполнено армирование стен, залито бетоном, дальше приступит к перекрытию. И всего будет 4 этажа, 3 надземных, 1 подземный технический. Сад запроектирован по принципу отдельных ячеек, то есть каждая группа имеет полностью свою изолированную инфраструктуру. Спальную комнату, игровую комнату, раздевалки. В детском саду разместят кабинеты психолога и логопеда. Помимо игровой, откроют музыкальные и спортивные залы. Объект должен быть построен в срок. Задачу ставит такой губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Наша задача – следить и оказывать максимальное содействие для строителей, для того, чтобы не было никаких сдвижек по срокам. Через месяц рабочие приступят к возведению первого этажа. Дошкольное образовательное учреждение распахнет двери для малышей в 2024 году. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.